вопрос. Алло, тариф, безлимит, давай. Карта появилась, принялись на первую. Алло. Да, надо мужа. Да, солнце даже не надевает. А чё это тогда? А, вышка с этого. Картошка, чё там слышно? Тогда на северо-восточную высотку поднимусь, посмотрю там. О-о-о, запад, запад, запад что-то едет. Метка уже. Убегаешь от огня. Какого огня? Ворон, ты от огня убегаешь. Юг по мне. Это я, значит, у тебя все. Они на сколько метров от горящего? А вижу, да, вниз спускаю. Сейчас гапачешка. Куда она упадет?
Сейчас еще попускаю подальше. Сейчас, смотрите, туда, блядь. Походу все-таки от дыма в ущелье спустились пехи, и они сейчас на вас. Паша, дым. Да? Дымы пока. Все, как продвигаемся вперед или что? Я надеюсь, он кого-то убил или просто. Налево по склону от огня спустили. Там отдельно не спустили. Гранаты, гранаты. Рэп, может спустимся назад, на восток? Путь назад. Поставил, в общем, меточку. Здесь мечеть, я не вокруг мечети, с двух сторон. У меня всего одна граната. Я побежал, флэр, если чё, отомстишь за меня.
что, уже в зоне, там враг, да? Надо что-то делать, да. Нет, на врага дайте. Так, чувак, не стоим. Умер? Умер, да, но я не уверен, что... Бери, бери здесь оптика, моя. Возьми у него оптику, осмотри, если есть. Что, есть? Если оптика есть, посмотри на склон, куда побежим. 160. Ну вот этот факт стал с автоматом, это вообще жестоко. Но я не думаю, потому что надо, понял? Все, я уже бегу на 160. Возьми струбу оптику, снимай мою, положи. Не, я убежал уже. И побежали, короче, в зону. Оружие возьмите. Паша живой? Да. Вовремя категория на себя метку, он чуть не пристрелил. А лежит сейчас нагребник какой-то. Дело. Кто-нибудь из наших? Да нет. А может хотя бы пример метка? Это категорка, это где метка? Да. Ну я думаю, что это категорка. А, понятно. Мертв. Не живы. Короче, на мягких кочегарах Алиб, да, нормально. Я живу. Смотрите, у меня есть что где-то стонал кто-то. Я там ранее возле твоего камня как раз челкал, но он ниже, возможно, ушел. Я даже вижу. Кочегар, куда это бьет? На запад просто. Картоха. Свой вывез из них. Поснял. Он в гиле чувак, по-моему, лет. На мягкий кочегар? Да хрен он зуб. Они в муж и кочегар, это... А кочегар метка на следующем холме. Он стреляет на запад. Картоха, ты живой-то? Он не на метке кочегара, этот лежит на 15.39. Калиб же. Не я вижу я. Я вам сказал. Значит... В зоне передвижения британцев не вижу. Да. Кочегар, посмотри на метку, у меня кто-то где-то стонет. Картох. А там картох. Вора, мы можем сейчас с фаром дойти по городу северу. Сейчас погоди, я скажу. Окей, окей, я скажу, сейчас уже. Есть. Есть вариант мне залезть куда-нибудь в дом, пострелять длительное время. О, вижу, кстати, стрелять. Британца бежит на тебя, Вова. Бежит с юга на стол. Низинки будут подниматься по мне. Либо он к домикам бежит, либо домиком свернул. Север. Шо я перезаходил, у меня машина. Там еще на крышах лежит царя. Он бежит по кончанам, кажется, выйдет, посмотрю. Я тут у них в тылах уже часть еще. Я у них это в жопе двоих. А мы тут тоже приняли. Ты. Пацаны за одно склон. Там целое отделение было. Вы их купили. Так как он ушел назад. Вижу кого-то, вроде двух или нет, даже два. Ханзайдыч пристреляет. Ну, ладно, ты не подходишь. Да, ладно, это мы их приняли. Кромос. Там враг. Это же там бейсбук был. Потому что я когда перезаходил, и
Это Бисмут Александр. Я понял. Там где-то западная часть. Там, кстати, короче, ищите по этим горкам. Там Гонзи, короче, он, видимо, заехал во врагов. Да, ты ранен? Внутри фрага и этот, и машина. Пошел в горку, потому что он сохнил, он прям под мечетью стоит. Кто из нас сейчас валяется за камнем? А, все нормально. Говорят, они приняли, короче, на никого, на моих нет. Ай-яй-яй-яй. Я же говорил, что он бегу на узде. Я сдох. Из дома, из дома. Нет, это не из дома. Нет. Это не из дома, по-моему. Пошел, короче, оружие. На втором этаже, похоже, было. А, да, вижу там какое-то, по-моему, это шевеление. По нам, пока, по нам, блядь. Ты убегаешь, блядь. Вон он, я в развалинах. Он с лестницы стреляет из дома, поверьте. Да, я понял, где он. Сейчас буду стрелять. Пусть он еще раз пока. Меня сориентируйте, а мне пока. На связи? Я... Он убегает, прибежайте к водонапорной